Всем привет! У нас сегодня перекус очень полезный, очень-очень вкусный. Вот не знаю, какой выбрать. Ванильный или кофе? Ну, наверное, кофе, пусть бодрит. Также в шейкер выливаем 200 миллилитров водички. Можно молока, 1,5%. Можно вода. Вода холодная, из-под крана. Наш перекус, полноценный перекус, заметьте, стоит 120 рублей всего пакет. И вы будете сыты полдня от него. Здесь все-все витаминчики. Все-все минеральчики, какие можно только придумать. Все полностью. Ой, как печенька запахло. Печенье с кофе. Запах печенья и кофе. Взбалтываем. Здесь уже добавлено козье молоко, поэтому можно все размешивать чисто на воде. Калорий на вот эту порцию всего лишь 200. И при том... Они такие, не вредные все калории. Все отлично для организма. Взболтали. И выливаем. Смотрите, какое красивое. Объем какой большой получается. Мне даже получается, что все не помещается в стаканчик. Вкусно воздушное. Печенье с кофе пьем, хотя здесь кофе нет, давление у вас повышаться не будет, кофеина самого здесь нет. Печеньки прям на зубах скрипят, хрустят, не скрипят, а хлопаются так. Очень-очень вкусный перекус. Всем советую.